Уважаемые коллеги, я прошу вас поприветствовать всех участников сегодняшнего турнира. А пока люди рискуют жизнью для того, чтобы не ушел в историю этот прекрасный спорт, спорт отважных и благородных. Они сохраняют традицию, которая уже многие столетия. Они посвящают каждый день несколько часов своей жизни для того, чтобы тренироваться в этом уезде, тренироваться с оружием, совершенствовать свои доспехи и снаряжения. Фактически, все рыцари, которые вы видите на турнире, это рыцари не только здесь, но и рыцари в жизни. Потому что, если ты занялся этим, если ты себя затянула, тебе не остается другого выбора, кроме как посвятить этому всю свою жизнь. Yeah.
Смотри, смотри.